квартиры, они сюда прибудут. Поступила информация, что из-под крыши идет дым. Соответственно, понимаем, что здание старой постройки существовала угроза быстрого распространения огня по чердачному перекрытию. Были направлены силы со всего Тверского гарнизона, 9 единиц техники, 30 человек. При помощи звеньев ГДЗС проникли на чердак, ликвидировали горение на площади 10 метров квадратных. Сейчас проводится вскрытие конструкции, удаление дыма, проверка помещений ниже лежащих этажей. Проводились ремонтные работы по ремонту отопления, сварочные работы. Сейчас проводится проверка, виновные будут установлены. Будет отвечать за причиненный ущерб виновник пожара. Дым не чувствовал? Дым? Не, ну от этого-то я и проснулся. Смотрите, оно дыма, вообще да? Старый, то угроза какая-то была вообще первоначально, или с чего началось-то? Когда мы сюда заехали, мне соседи говорили, что нас уже затапливали, поэтому, может быть, и не первый раз. Вполне возможно. Да, прям звук. Звук воды со стен, с потолка. И все. От этого мой сон прекратился. Тазики, все убирать, электричество и так далее. Все вырубили электричество? Да, да.